Всем огромный привет, и сегодня я буду готовить пирожную картошку, как в детстве. Недавно покупали мы картошку эту покупную в магазинчике, вообще не сравнится с домашним приготовлением. И все-таки туда добавляют и маргарин, и всякие дешевые ингредиенты. И сегодня я решила сделать вкусное пирожное картошку из проверенных ингредиентов. Для приготовления нам понадобится сгущенное молоко, какао-порошок, любые песочные печеньки, которые вы любите, и сливочное масло. Печеньки у меня здесь разных видов, и я буду их измельчать в блендере. Итак, в итоге получилась вот такая крошка, здесь примерно 400 грамм печенья. Теперь сюда добавляем какао-порошок, 3 столовых ложки. Сюда же добавляем размягченное сливочное масло. И пока добавим 3 ложки сгущенного молока, а потом будем смотреть уже по консистенции. Теперь руками перемешиваем. Так, получилось у нас в итоге вот такое вот тесто. И теперь лепим из него шарики в картошку. В итоге получилось 11 штучек. И теперь картошку убираем в холодильник хотя бы на 1 час. Сверху можно украсить грецкими орехами и посыпать какао.